Приветствую, меня мукбанг, оливье с соленым огурчиком, морковкой без горошка. Ну, не знаю, так захотела. Сегодня хочу такую тему поднять. Помните период, когда коронавирус только разгорелся, начинался, скажем так. У меня дочка была, ну, такая уже не совсем маленькая, но тоже часто болеющая. А у меня на работе не было возможности постоянно ходить на больничные. Мы работали какой-то период вдвоем. И приходилось уходить, когда уже сама там заболеешь, на ногах стоять не можешь, или уже у ребенка вообще температура под 40. Я отправляла ее. Вот и только-только начинался коронавирус. Потом уже, когда он разгорелся, бабушки и дедушки дочку к себе не брали уже. Вот так я ее отправляла, работать было некому. По бабушкам. Где-то отпрашивалась, где-то, ну, в общем, дергала больного ребенка и возила. Пусть на машине, но возили по холоду. И к чему это привело? К тому, что эта инфекция осела. Вы думаете, где? На сердце. У нас диагноз — недостаточность митрального клапана. Так вот, очень вам советую, мамочки, если вы все-таки родили ребятишек, не надо их рассовывать по бабушкам. Я понимаю, деньги нужны всем. Но даже сейчас, при том, что у меня есть кредит, я все равно сразу иду на больничный. Потому что жизнь моей дочки мне дороже всего на свете. Я себя корила какое-то время за это. Ругала. Но потом поняла, что моей доченьке я нужна здоровая, полная сил, не нервная, не дерганная, а любящая, спокойная, здравая мама. И еще поверьте, когда ребенок с мамой рядом, когда он болеет, он набирается силы, выздоравливает гораздо быстрее. И никакие деньги мира не стоят здоровья ваших ребятишек. Так что, пожалуйста, ходите на больничные со своими ребятишками сами.